Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на саммит Восточного партнерства попросил еще три страны поддержать вступление Украины в ЕС. Речь идет об Австрии, Бельгии и Испании. Что должна сделать Украина, чтобы быть членом Европейского Союза? Об этом в программе «Пять вопросов». Я Олег Борисов. Здравствуйте. И с нами на прямой связи Андрей Кучер. Это политолог. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем начать наш разговор, хочу процитировать Владимира Зеленского, который сказал на этом же саммите о том, что просит три страны, о том, что они поддержали, чтобы Украина была членом Европейского Союза. Но важный момент, для этого Украине стоит сделать следующие шаги. Давайте услышим президента. Еще раз могу подчеркнуть, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ относительно урегулирования этого процесса. Мы об этом говорим открыто уже не первый раз. Нужно такое же желание остановить войну и со стороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот пойдет ли на это Российская Федерация? Ведь мы уже стали свидетелями того, что президент Зеленский не единожды уже говорил о том, что готов пойти на встречу с президентом Путиным, но в ответ видим, точнее, ничего не видим. Так будет более лаконичнее. Что должно произойти, Андрей? На самом деле, Путин недавно заявил, что он не против встретиться с Зеленским. Единственное, он не понимает, в чем смысл такой встречи, поскольку Российская Федерация не является стороной конфликта. И вот эта теза, она все больше звучит по российским СМИ. Поэтому я думаю, что тут больше вопрос в эффективности такой встречи, поскольку Путин должен быть готов и иметь определенное решение для того, чтобы встречаться с Зеленским. Допустим, да, у нас есть вопрос по поводу военнопленных. Он до сих пор сильно застрял после последнего обмена военнопленными. Да, у нас есть вопрос нагнетания ситуации на границе. Но ехать без решения – это все тщетно. И вот как раз для того, чтобы приезжать к Путину с таким решением, по моему мнению, должна пройти вот череда вот таких встреч по типу вчерашней, по типу созвона Байдена с Путиным, для того, чтобы уже было конкретное решение, и потом Зеленский приезжает для того, чтобы договариваться. Поскольку сама по себе встреча, вот давайте просто представим технологически, что он приезжает, Зеленский приезжает к Путину, они встречаются, и ничего не происходит. Рейтинг президента рискует упасть, и не просто упасть, а обвалиться. Поэтому такие вещи нужно четко просматривать, продумывать, для того, чтобы был реальный эффект. Вот этим только обусловлено все остальное. А в каком формате? Будет ли это расширенный там нормандский формат? Будет ли это встреча на фоне какой-то другой конференции? Это уже второстепенный вопрос. Поэтому, повторюсь, важно понимать, чтобы у Путина также было понимание решения конкретного вопроса, а не просто поговорить. Вот тут важно акцентировать внимание на эффективности. Чтобы произошел взаимный обмен временно удерживаемыми людьми. Скажите, пожалуйста, как добиться этой эффективности? Помогут ли вот данные встречи? И, возможно, как-то должен надавить Европейский Союз, возможно, Соединенные Штаты Америки. Что должно произойти, чтобы Путин пошел на это? Вы знаете, тут нету одного какого-то конкретного рецепта или панацеи. Это комплекс работы, комплексные ответы. Вот потому что, понимаете, тут надо бить со всех сторон. Потому что если бы все было так просто и был какой-то единый алгоритм, им бы пользовался весь мир. Но мы имеем ситуацию и гибридную войну, при которой ее инициатор достаточно непрогнозируемый тоталитарный лидер. Поэтому, конечно же, в данном случае нужно бить во все колокола и максимально стараться порядок денный притянуть к себе, все внимание к себе в Европе, в мире в том числе. Понятно, что у других стран есть свои проблемы, есть свои национальные интересы, и, мягко говоря, может быть, не до Украины. Но очень важно, и я думаю, что за этим будущее, сейчас формировать максимально международное внимание на Украине, на решение проблемы, на том, что Россия может напасть на Украину, а это угроза всем остальным, как не только соседям, а в целом стабильности и Европы, и мира. Поэтому я думаю, что только вытягивая на встречи, на какую-то реальную полемику страны международные, можно достичь какого-то давления на Путина. Только в этом случае. Чего-то конкретного в этом случае. Вот мы работаем только в дипломатическом направлении. Такого быть не должно.
нужно комплексно, военный, дипломатический, экономический, любой. Нам подходит все, лишь бы решить ситуацию конфликта на Донбассе. И вот касательно Крым обязательно. Да, и вот касательно военного вопроса. Путину, Костя, в горле стоит тема того, что Украина постепенно, непосредственно армия, переходит под стандарты НАТО. И то, что Украина в который раз проявляет свой интерес и четкое утверждение, что Украина должна стать членом альянса, Путин использует Донбасс как метод давления. Вот можно ли как-то методом санкций, я не знаю, отключения Свифта в Российской Федерации, сделать так, чтобы Путин не использовал Донбасс как раз рычагом влияния, рычагом устрашения, я бы так сказал? Абсолютно невозможно. А для чего же тогда Путин создавал Донбасс? Он как раз его и создавал для того, чтобы это был триггер по отношению к Европе в целом. Потому что Приднестровьем, которое было по аналогии создано, ничем особо воспользоваться невозможно. А вот Донбасс — это уже более близко к Европе, границам и так далее. И Украина — центр Европы, поэтому, конечно, это более эффективный метод. У Путина, давайте не забывать, любимый его инструмент — это шантаж. Ну или с психологической точки зрения триггер. То есть это то, что постоянно нагнетает ситуацию и дает какие-то негативные импульсы. Вот в данном случае, как только будет что-то Путину неугодно, он может непосредственно накалить ситуацию на Донбассе и таким образом отвлечь внимание от своих каких-то проблем. Давайте вспомним то, что Путин тоже знает и понимает проблемы Европы, хотя он с ними партнер и сотрудничает, и вроде как не против абсолютно Европейского Союза, но тем не менее он четко бьет по болевым точкам Евросоюза. Первичный потек 2, повышение цен на газ, опять же, проблема мигрантов, которую он реализовал через сценарий с Белоруссией. Поэтому это ж триггеры европейские. Но, тем не менее, никто из европейских стран не может жестко отреагировать на это. Ну, кроме Великобритании, потому что она менее зависима от сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому это все говорит о чем? О том, что Путин продолжает пользоваться триггерами. И это говорит о том, что эти триггеры работают. Поэтому, к сожалению, в нашей ситуации мы заложники и просто вот являемся инструментом для Российской Федерации, к сожалению. И вот по поводу страха в НАТО вы действительно правы. Путин больше всего боится, что НАТО зайдет в Украину, и что мы здесь разместим какие-то военные базы, установки. То, что даже если мы проведем военные учения, для Путина это плохо. Потому что же он будет транслировать своему народу? Это же будет считаться проигрышем в внутренней ситуации. Поэтому, конечно, его основное, я так понимаю, его основное требование — это вот недопущение НАТО на территорию Украины. Уже он закрыл глаза на евроинтеграционный курс Украины, имеется в виду экономически, но в военном плане он будет очень сильно требовать, чтобы не случилось слияние Украины и НАТО. Спасибо вам большое, Андрей, за пояснение. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Андрей Кучер, политолог, был на прямой связи с нашей студией. Говорили о том, что Украина должна сделать для того, чтобы а. Стать членом Европейского Союза и б. Стать частью НАТО. Хотите получить больше информации? Подписывайтесь на наш Facebook, YouTube и Telegram-канал «Дом». Там много полезной и важной информации для вас. Спасибо за доверие и до встречи.